Признайтесь, отправляясь и сегодня, хотя это стало очень редко, в кинотеатр, мы не думаем о том, что идем навстречу с чудом. Мы привыкли к кино так же, как, например, к автомобилям, изобретениям, которые стали обычным будничным явлением. А когда-то кинематограф называли чудом 20 века. Внимание! Перед вами прибытие поезда. Похоже, на Рим-станцию не остановится. На Сен-Лазарский вокзал в Париже. Прекратите войну! Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно! Куда? Диана, совсем не страшно. Мистер Фест, ваше изобретение просто чудо! Многое изменилось в современных кинотеатрах, но сохранился ритуал. Вы склоняетесь к окошку кассы, получаете билет, идете в зрительный зал, садитесь в кресло и ждете, когда медленно станет гаснуть свет. Два билета на дневной сеанс. Для меня... И моей скво. Сегодня вход бесплатный. Фильм еще не начался, а вы уже готовы оказаться в той жизни, которую предложит вам кинокартина. А потом вы выйдете из темного зала, зажмуритесь от слишком яркого света и вернетесь в жизнь. Настоящую, не экранную. Можно с экрана все передать. Мысли, желания, чувства. И невозможно не понимать великую силу искусства. Разные судьбы, что жили давно, и даже другие планеты, все оживает сегодня в кино. И мы ему верим, как дети. И вновь удивляемся мы чудесам. Новых находим героев. Кино – это мир, что придумал ты сам, профессию мага освоив. К тебе. Я обязательно вернусь к тебе, только другим. Правда, правда? Маэстро, 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 я знаю. Смоля. Но смотри, ну. Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен. От винта.